Всем привет, добрый вечер или добрый день, у кого как. С вами снова B-Boy Pro, команда White Masters, это проект Hip Hop Mechanica, и мы продолжаем изучать с вами брейкинг. Сегодня хочется поговорить с вами о работе именно той частью тела, которая обычно задействована у нас меньше всего. Речь идет о наших плечах. Сегодня специально для вас парочка моих излюбленных движений. Берите, пользуйтесь, вооружайтесь ими. Если пригодятся, буду очень рад. Поехали! Закладывать свое именно удобное для нас плечо. После мы начинаем добавлять прыжки с плеча на плечо. Для того, чтобы хоть как-то разнообразить это движение, мы можем попробовать с вами выставлять вначале руки в сторону, влево или вправо. А потом мы вовсе постараемся ловить ваши ноги своими руками. Можно попробовать просто перепрыгивать с правого плеча на левое. Для этого вам нужно будет научиться с правого плеча или левого, как вам удобно, делать мощный толчок через спину и приземляться на второе плечо. Еще одним оригинальным движением через плечо является обычный фляг, но в данном случае мы будем это полфляг. Еще одно разновидное движение через плечо, может быть небольшой блок, когда вы просто кувыркаетесь через плечо и только делаете маленький круг. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Учите движения через плечи, пробуйте делать прыжки через плечи, и они рано или поздно вам все равно пригодятся. Если даже вы закрэшите, упадете с пауэрмува, с фризов, либо, не дай бог, с футворка, вы всегда сможете выкарабкаться из этого неловкого положения, потому что у вас будет определенный скилл в движениях через плечи. До встречи в следующих выпусках. До встречи. Пока.